Праздник вручения государственных дипломов в Международном инновационном университете – это давняя традиция. Чтобы этот день еще вчерашним студентам запомнился на всю жизнь, для них подготовили концерт. И не только силами местной самодеятельности, но и с участием городских творческих коллективов. Не обошлось и без напутственных слов. Не останавливаться на достигнутом новоиспеченным специалистам пожелала ректор университета. Галина Берулава отметила, что помимо хорошего диплома, а в этом году в МИУ небывалое количество краснодипломников, важно стремиться к саморазвитию, быть ответственными и работоспособными. Именно эти качества незаменимы при трудоустройстве, подчеркивает ректор. Огромная армия специалистов сейчас вольется в различные организации не только города Сочи, но и Краснодарского края, вообще нашей страны. Вы знаете, что практически нет в Сочи организации, где не работают наши выпускники. И, как правило, они работают на руководящих позициях. Вы закончили не обычный университет, а международный. Единственный, в общем-то, в Краснодарском крае. Это значит, что вы можете работать практически в любой европейской стране. И успехов вам, выпускники лучшего вуза. Ура! Выпускника Международного инновационного университета напомнили, что ответственность за каждого воспитанника здесь несут вплоть до его трудоустройства. Сопровождают студента, пока тот не найдет себя в профессии. Работу ребятам подбирают лично сотрудники вуза. От лица всех выпускников 2016 года выражаю благодарность Галине Алексеевне, Михаилу Николаевичу, профессорско-преподавательскому составу за труд, который они вложили в то, чтобы мы получили прекрасное образование, государственные дипломы, за добрые, неравнодушные отношения. Многие выпускники прощаются с вузом ненадолго. Уже в сентябре квалифицированные экономисты, юристы, менеджеры, а также представители первого выпуска факультета международных отношений вернутся в МИУ, но уже в магистратуру и аспирантуру университета. Приемные комиссии уже начали свою работу. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.